Тому, этому 150 лет, да? А? Был дом боярина, да? А где подземный переход? Под домом в алтарь. Из дома в церковь? Да. Ренат Усатый, дорогой, рад привет, видеть. Здрасте. Рад видеть. Вот пришли на экскурсию. Собственная персона. Пока рыба едет, Витя решил сделать маленькую экскурсию. Как живут бояре в Рыжканах, современные? Ты современный прям бояре? Прям чувствую своего человека. Да? Этим толкли виноград. Ага. Это шинковали капусту. Деревянно шинковали капусту. И вот снимали шкуру с... Брёвен. Ага. Богатько, взвесим тебе? Да не, ну-ка. Не снимай, Ренат, не снимай. Вот эти вот вещи, вот смотри. Вот это все родное. Я извиняюсь, не ждал. Не ждал таких гостей. Давай. Высокопоставленных. Что подарить тебе? Не, нельзя. Исторические ценности надо хранить здесь. Эс Бойери. Еще раз. Ларбалку, воду не рез. О, сейчас мы запустим тону карпа и тону толстолоба. Вот сейчас везут. Вот. Низкий поклон и благодарность от